Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Влад, и вы на канале Sega Play. А мы продолжаем Beyond the Souls. Давненько меня не было. Занимался своими личными делами. Голова была забита только этим, поэтому ничего и не выходило, ничего и не было. Как-то так. А что ты хочешь, Джоди? Ты такая молчаливая сегодня. Выруби все нахуй здесь. То есть пока они работают. Нихуя ничего непонятно, да-да-да. Так, ой, как темно там, ебать. Подожди-ка, а там кодовый замок? Не, нихуя. А нахуй ты вообще встала? Только из-за того, что я тебе попросил встать, Джоди. А, на этом устало. Я устала. Может, хватит? Оно устало. О, ничего себе, как мы засиделись. Прости, я опять слишком увлекся работой. Трудоголик. Я принес тебе интересную книжку. Хочешь, почитаю перед сном? Ух ты! Заебись! В той комнате осталось. Может, ты за ней сходишь? А я тут закончу и почитаем. Давай. Да, сейчас. Через темную комнату, да? Серьезно? Ну окей, давайте посмотрим. Нас отпиздят или нет в темной комнате? Свет не хочешь включить, Джоди? Так. О. Куда он дел книгу? Где у нас Нига, а? Да, вы не ослышались. Айден, хватит! Не смешно! Мне кажется, это нихуя не Айден, блядь. Мне кажется, это какие-то пидорасики. Эти темные, нахуй. Злыдни, блядь. Ага. А можно еще что-нибудь позырить здесь, нет? Бля, как робот ходит? Раз, встало. Так, нихуя, короче, только за книгой, да? А потом раз и выключится свет. Ебать, она обосрется. Ты в подгузниках, Джоди, нет? Айден? What the fuck? Это ты, что ли? Maybe, maybe, baby. Все, пиздуем нахуй. Беги, Джоди, беги. Че, дверь закроется, да? Я ебал. What the fuck? А им похуй, что она кричит, да, блядь? Я в ахуе, блядь, с тебя, Нейтан. А, ты нашла. Ну, пора перейти к серьезному делу. Пиздос. Сказкам на ночь. Я в ахуе с него. Джоди? Что с тобой? Тебе нехорошо? Да, мне тоже что-то, кажется, нехорошо. Да, хватит, да, блядь, до смерти. Спать. Ебать смешно, сука. Да? Да-да, одну минутку. Нейтан, тебе. Нейтан Докинс. Нужна Джоди? Нейтан. Какой-то сеанс, да? С умершими что-то поговорить. Что случилось? Его дочь погибла. Жена. Блять, это жена с дочкой. Ехали домой с гостей. Ебать, блять, она тут же увидела, что ли, мертвых. Вылетел навстречу.
Их нет. Джоди. Джоди, пойдем спать. Нейтан, погоди. Я сейчас. Идем, Джоди. Ебаться, сраться. Ну ебани хоть раз по столу, блядь. Ну, сука. Это все? Даже без этих всяких выборов? Серьезно? Это ночной сеанс, да, у нас был? Прикольно, прикольно, конечно. Задание. Джамал Шейх Шариф – один из опаснейших людей в стране. Под его началом ополченцы захватили несколько ключевых районов города. Из-за них гуманитарная помощь не проходит. Найди Джамала и устрани его. Он перемещается дважды в день. В последний раз мы засекли его здесь, в отеле Зинаки. Вряд ли он еще там, но имеет смысл начать поиски оттуда. Работаешь без прикрытия. В открытый бой не вступать. Ты одна. Разыщи цель, устрани ее, включи GPS-маячок, и мы тебя заберем. Времени у тебя только до рассвета, так что... Нихуя. Блин, вот эта глава будет длинная, скорее всего. И тащи через весь город. Их потом собирают по частям, так что не попадись. Ебать, серьезно? Прям по частям? Собирают потом я по всему городу? Того, как найдут тело. Будь осторожна, Джоди. Потелявочки, давай. Да. Это же после свидания? Блин, я не помню, это после или до свидания? У нас ведь есть время в запасе. Давай без потрохушек, пожалуйста. Блять, без них не обойдется, да? Окей, окей, хорошо. Вы потрахались. Блин, я не помню, как его зовут. С кем-то, короче. Окей, погнали. А, я думал, я буду плыть сам. Ебать, и скелет заодно. Заебись. Обратите внимание на скелет, да? А, нихуя. Вообще похуй. Ты одна. Ты не одна. Чтобы не было солдат. Она бихажа и лабата харака. Кун хазир, бимада фалу. Мне может что-то с ним сделать или нет? Я что-то нихуя понять не могу. И неправильно. Ладно, попробуем вот так вот. Бля, нихуя непонятно. Ах,
Окей, подожди, стоп, что это? А, тьфу, блин. Вроде больше никого нет. Если я не ошибаюсь. Да, вот так вот спрячься. Пойдем дальше проверять. Никого пока не вижу. Пройдемся вот так вот. Давай, 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 блять, хули ты? Пиздос, конечно. Так, трупецкие вижу. Блять, я сейчас слишком далеко, что ли, уже? Ладно, похуй. Погнали. А чё я застрял-то? Нихуя не понял. В смысле, блядь? Ты ебанутый? Я какого-то хуя за стеной, блядь, оказался. Опять слишком далеко, ты заебал. Да, иди в пизду, заебал, честно. Последний раз мы засекли его здесь, в отеле Зинаки. Поищи что-нибудь. Класс. Теперь идем. Подожди, я что-то увидел. Чё за бонус, хуй его знает. Ну ладно. Да. Меня, блядь, не заметили. Я в ахуе, конечно. Так, слишком далеко до чувачков. Так, а я могу туда пробраться, интересно? Я пиздец как палюсь. Хуже не придумаешь, конечно, блять. Так, чувачки, здорово. Вас можно как-то отвлечь? Нет? Бля, что-то их дохуя слишком, я вам скажу. Туда я не могу, да? О, а я-то думал, как мы здесь проберемся-то? Оказывается, вот как. Вот ту-ту-ту-ту-ту-ту. Валя сюда. Не вообще похуй, что ли? Так, окей. Смотрим. Здесь никого. Здесь не увидят.
Ага, в принципе, можно идти. Не, мне реально иногда кажется, что всем похуй абсолютно на нее. Ебать, это опасно. Если хочешь, чтобы я убрал, я их убрал, если чё. А куда дальше? Блять, вообще без палева. Не-н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 е. Так, давайте-ка посмотрим, кто есть кто здесь. А, там мне через этот вход надо, да? Угу. Там пидорасы стоят. Блять, слишком далеко, сука. Ох ты ж, блин. А, не Себас? Охуенный отель, блядь. Так, окей, смотрим. Я могу же... Блядь, да хули... Мало-то. Тебе чё надо? Окей, если вот так вот сделаю. Подожди. А, вот ты где. Да хули вечно мало, блядь, тебя, а? Давай. Отлично. Смотрим дальше. Есть кто? Так, ладно. А, надо проверить второй этаж. Не понял, это что такое? Это души, что ли? Это костер? А, мне, скорее всего, обследовать надо здесь, да? Ушли. Угу. А, теперь ты будешь нормально ходить, да? Давай, посмотрим, что здесь было. Да, блядь. Да ладно. Это
Это у нее акваланг, что ли, какой-то? Или чё, блин? Вот, да. Кого-то ранили. Ага, в церкви. Руины собора. Искать надо там. Ох, ни хрена здесь себе. Здесь рядом есть собор. Его легко найти. А сколько звезд-то? Не, подожди, вот похавать. А, то есть просто стол, да? Я думал, ты похавать хочешь. Знаешь, операционный жор у тебя. Нихуя непонятно, но очень интересно. Что с эмоциями было, нихуя непонятно. Угу. Так, ну вроде здесь больше ничего не нужно было. Я же прав? Может, я рановато спрыгнул? Бля, да вроде все. Так, нужно отвлечь. لم تتعبوا من هذا الوضع أبدا؟ من أي وضع؟ القتال؟ لا بالطبط أرجوك вообще без понятия как отвлечь. А как отвлечь их? Или мне через дом пройти? Бля, ты пройти что ли здесь не можешь? Ты прикалываешься? Блядь, ты угораешь надо мной, серьезно? А, ты по лестнице, что ли, хочешь? Ебать тебе в рот. То есть это нихуя не слышно, да? Вообще не слышно, да? Ебать, стелсишь, конечно, да. Опасно стелсишь, но ладно. Так, смотрим, нет ли никого. Ага, только чувак, на которого надо спрыгнуть, я так понимаю, да? Ебать она творит, блять, конечно. Жестит мадам, конечно, знатно. Так, надо проверить обстановку. Ага. А мне нужно с собора. Собор у нас... Да, мне сюда дальше надо. Блять, а мне только так обходить, что ли, получается?
Серьезно? А как мне бы тебя отвлечь, чел? Ебать слепой, конечно, блядь. Странно, я вроде там X нажал, но, видимо, было поздновато. Так, здесь кто-то есть еще. Блин. Юкторман, да. Он просто убежал? Серьезно? Не, подожди, мне же вот сюда надо. Вон там церковь. Это читерство, конечно, но кого волнует нахуй в такой ситуации? Читерство это или нет? Надо посмотреть обстановку. Пидорасики. Мой Педро-детектор ничего не обнаружил. Че, тачка какая-нибудь переедет, скорее всего. А, вот же, блин. Бля, они, значит, не пидоры. Раз мой Педро-детектор ничего не обнаружил. Бля, а что мне с ними делать? Спасибо. Я понял, с какого ракурса. Они были тут. Да ладно. Ага, я теперь должен все обнаружить, да? Заебал, давай. Все, здесь больше ничего. Ну, раз ничего, так ничего. А здесь что-то было. Откуда музыка пошла-то? Снайпер, что ли, там? Бля, похоже на снайпера, нахуй. Раз того чела отбросило просто, нахуй. Вот он.
лежит. Бля, да сколько можно, а? Хуй доберешься до них, блядь. Молодец, я рад, что ты знаешь. Это был не шнайпер. Они чуть не опередили меня. Ага. Окей, это все? Ну-ка, Эйден, давай. Ничего, блять, заебал на Эйден. Не, нихуя. Ну, значит, все, заканчиваем. Погнали отсюда. Ты, мать, ты пьяная? Давай. Ух, ебать, там челики стоят. То есть до этого они меня вообще нихуя не обнаружили, да? Нормально. Сперва надо позырить на них. Автомат, конечно, охуенно у тебя стоит. Я очень рад за тебя. А я могу через церковь пойти? Ну-ка, блядь. Есть тут кто? Блядь, какой же ты... Я кого-то, блядь, слышу. Блядь, не могу добраться. Блять, кто-то возле машины, кажись. Пацан? Тихо. Ты ранен. Да ладно. Я хочу помочь тебе. Я сейчас подойду. Ты не стреляй, ладно? Надо помочь, блин, пацану. Если я не помогу, он умрет. Как мне помочь? А как он, блядь, это сделал? Он остановил кровь, что ли, что? Сахира, антисахира, чего? Я не понимаю, что ты говоришь. Салим, Салим. Салим, здорово. Салим. Джоди. Я... Джоди. Джоди? Да. Джоди, да, Джоди. 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 О, черт. Похоже, у нас проблемы. Они заметили, что ли, блядь?
Бля, Салим, давай, хедшотни всех нахуй. Блять. Да ладно. Вот так нахуй. Тоже мне, блядь. О, а теперь он дох... Блядь. Ну, ясно. Ах ты, сука. Понял, надо того ёбнуть. Так, отлично, ёбнул. Давай, мать. Погнали. Отлично, блядь. Бля, ну зачем потратила патрон, а? Быстро. Уходим, пока другие не прибежали. Мелкий. Блять, Максимка, помогай! Ай, блять! Сука, ранили все, все-таки, блядь. Блядь, подрезали мне ножку. I don't understand, пиздюк, блядь. Ничего. Ногу только подрезали, блядь. Вообще заебись. Он, блядь, съебался, ты, блядь, все делала. Заебись. А, так они попали по защите. Теперь сложно будет прятаться. Заебись. Башня. Та самая башня. Ну? Туда мне и надо. Чего, блядь, он знает короткий путь? Поза. Ебаться, сраться. Танк-то нахуя мне? Бля, если завладеть танком, всем пизда, бля. Дайте мне танк, пожалуйста. Да, блядь. Поднимись, сука. О, боже мой, блядь. Гуськом давай, гуськом, блядь, пошла нахуй. Ебать, блядь, началось сейчас из РПГ жмаханут. Жмыхнуло нормально. Давай, блядь, Джоди, шевелись нахуй. Подожди-ка, а мне помочь можно как-то, нет? А, только посмотреть. Ебать картину, спасибо, показали, блядь. Я думал, я помогу хотя бы. А он нихуя не видит. Ну, уже точно не видит, да, блядь. Он уже больше ничего не увидит. Только свет в конце туннеля. Ох ты ж, блядь. Бля, Салим, помоги. Только не погибай! Ебать, нихуя себе. Чё за сахара? Я не понимаю. Говори по-русски, блядь.
Почему субтитров, кстати, нет? Вот это вот не очень. Ой, блядь, давай, поднимайся нахуй быстрее. Бля, Сален, только не сдохни, я тебя умоляю. Погнали, Сален. Ебать, жмыхнула. Да, блядь, спрыгни уже. Мать, спасайте. Басалин, ты красавчик, конечно. Это школа, что ли? Ебать, мы через школу погнали. Это Афганистан, блядь, или Ирак? Что за место-то хотя бы? Убери их. Ебать, ты умная, пиздос, конечно. Погнали. يبدو اننا سنتلقى تعزيم. Теперь садись в тачку, да? Хорош. Давай, вытаскивай его. И избивай нахуй этих ебланов. Я так и знал, блядь. А, это просто как защита сейчас будет. А, нет, нихуя, это прям в солд... Ой, блядь, ебануться. Не спеши, Айден. Нельзя привлекать внимание. Ебать, вообще не привлекает внимания. Там кого-то выбросили, блядь. Блядь, не высовывайся. Ой, блядь. Что дальше? Вот, да. Все нормально, все нормально. Блять, ой, блять, только не эту хуйню, пожалуйста, а. Вайв, еби, блять. Вот так вот, нахуй. Пацан, живи, блядь. Вот так вот, блядь. Вау, 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 вау. В смысле, я же делал. Ух ты ж, блядь. Ой-о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 й
Вот так вот, блядь. Вот так вот, блядь. Ха-ха! Пизду, блядь. Настоящее интерактивное кинцо получается. Ебать нахуй!
А они-то когда успели выпрыгнуть-то? Я что-то не пойму. Когда они успели выпрыгнуть? Они нас не видели. Как? Ты я в ахуе. Таеб, Таеб. Ламузаби эй аза. Таебать, все хорошо говорит, блядь. Ух, нахуй. С меня течет аж, блядь, уже. Ой, блядь. Я ухожу. Вот так вот, покажи. Ты понимаешь, Салим? Лана тру куки. А он печенье хочет, куки. Извини, но тебе со мной нельзя. Куки-туки, блядь. Ты очень храбрый, Салим. Однажды все это кончится. И у тебя обязательно будет детство. Когда он уже вырастет, да? Все, попрощались. Давай, пиздуй, Салим, обратно. Я погнал. Или погнал, а? Так, Джон, блядь. Где-то здесь. Где? Мало. А, вот же она, башня. Херак. Ебать, тихо ты это делаешь, конечно. Просто пиздос, блядь. Хуяк. Ага, ага. Джамал здесь. Ага. Так, мне просто через огромное место рядом с домом. Спасибо. Ты уже его нашла? Ты знаешь, что делать. Я? Айден, где Джамал? Ну ты, блядь, конечно, да. Давайте сразу вольнем нахуй. Так, окей, этого нельзя трогать. Надо сперва Джамала, да, найти. Это Джамал. Я к нему не подберусь. Придется тебе, Айден. А, блядь, через Айдена убить. Ебать, нахуй. Я думал всех убить, а оказывается только Джамала, да? Хорошо. Найди оружие. А че его находить? Она здесь, блядь, валяется. А вот и оружие. То есть тебя просто так впустят, да, по-твоему? Выбора нет. Приказ есть приказ. У него руки в крови, он это заслужил. Хватит. Я смогу. Я убью его. Убью его. Ну, все. Открой мне дверь. Надо убедиться, что Джамал мертв. Быстрей. Блять, как мне открыть тебе дверь? А, эту? Ты что здесь делаешь, мать? Подожди, там же челик. Там же чел стоял. Нет? Да, блять. Ты же чел был. Нихуя не понял, блядь. Ты сейчас блеванешь, что ли? Надо вытереть, мать, обязательно.
Иначе тебя найдут нахуй. Интересно, здесь будет, типа, вы блеванули, столько-то процентов людей выбрали блевануть. Сука. Да, блядь. Ля. Только не говорите, что он отец Салим? Салима. Аби, аби, ла, ла тамуча, аби. Она бихажа илейка, ла татрукни, ла татрукни. Блять, он под... Блять, это отец. Не мазафачи, Салик. Мазафака, да? Он что-то раньше стрелял, чем я поставил щит. Так что какая-то хуйня получается. Бля, ну кто ж знал-то? Но если бы я его не убил, то, блядь, приказ не было бы... Бля, я мог выбирать не это самое. Блядь. А он что, типа, не знал, что ли, что его отец... Ох ты ж, блядь, ебать нахуй. Блядь, в ногу попали, сука. А GPS-маячок нахуй не надо, а? Сука, пробили, блядь, бедро нахуй. Ой, блядь. Нахуй, надо доползти, блядь, до вентиляции, получается, скорее всего. Бля, я не понял, тебе что-то надо, что ли? А, тебе надо, блядь, спасти тебе надо. Да боже мой. Какого хуя, а? А, нихуя, да? Тебе еще что-то надо? Ладно, блядь. Что делаем? Кого ебем? Не могу понять, что им надо от меня, блядь. Ты будешь вставать? Нет, алло. Что ей нужно было, блядь? Ты ебанутая? Убери нахуй, долбоёбка, блядь! Нет, нет! Нет, я тут не сдохну! Только не так! Должен быть как-то... Блядь, можно было реально закончить нахуй, что ли? Что давай? Лестница! Боже мой, да, неужели, блядь? Ебануться, можно было выбрать себе сроком надзорнить, да, блядь? Давай, блядь, вставай. Ты не куркобинишься здесь, блядь, я тебе сказал. Давай, лезь. Да, ебать, все вовремя, нахуй. Блядь, какого хуя?
Да неужели? Наконец-то, блядь. Держись. Я тебя вытащу. Пока, 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 пока. Пока, пока, пока. Удачи, пока. Уебать нахуй. Фу. На бедро прострелили, это, конечно, хуёво. За 10 лет в ЦРУ впервые такое вижу. Босс посылает за агентом личный вертолет. Все начальство от тебя в восторге. И от Айдена тоже. Джонни, ты чего? Сам, блядь, теперь будешь ходить по таким заданиям, нахуй. Чуть не слушай, выебали, сука. Я знаю, что было тяжело, но уже все. Летим домой. Задание выполнено, конец. Никогда не забуду, что я там видела. Никогда. Бейсбол? Ну да, блядь, с таким ранением бейсбол только еще и нужен. Как твоя нога? На таблетках терпимо. Ну, блядь, да. С шампусиком, да? Нормально. Журнальчики даже, ебать, охуенно. Международное сообщество признало легитимным правителем страны новоизбранного президента Джамала Шейха Шарифа. Джамал Шейх Шариф – один из опаснейших людей в стране. И вдруг стало известно, что он и члены его правительства были хладнокровно убиты. То есть нельзя было убивать, да, блядь? Диверсанта. Найди Джамала и устрани его. На президента. Охуенно, блядь. Джамала Шейха Шарифа возлагали большие надежды. Он обещал положить, блядь, конец многолетней гражданской войне. Нихуя себе. Лидеры. Если бы я понимал язык, то, скорее всего, я бы сделал нормальный выбор, а не этот. Убийством, совершенным так хладнокровно и жестоко. Найди Джамала и устрани его. Нема зафальчи, Салек. Факарту анакисатикачи. О чем это ты? Джамал не повстанец. Он президент. Законный избранный президент. И что? Мы не политики, у нас был приказ. Ты знал, что я бы отказалась. И ты наврал мне. Вот пидорасина, блядь. Добро пожаловать в ЦРУ. У нас тут не принято разводить сантименты. Был приказ, мы его выполнили. Вот и все. Может, и срать на все. Но я не убиваю людей только потому, что они не приглянулись нашим генералам. Что такое? Стой, Джонни, тихо, тихо, хватит. Успокойся, вернемся домой и все обсудим, окей? Ты меня обманул. Ты сделал из меня убийцу. Да какая разница? Его все равно бы грохнули. С тобой или без тебя? У меня кровь на руках. Из-за меня мальчик лишился отца. Я верила тебе. Я верила, что поступаю правильно. Кто я тебе, Райан? Игрушка? Марионетка, с которой можно делать что хочешь? Сильная турбулентность. Черт! Да-да, турбулентность, да-да. А той ночью у меня ты тоже брал. Джоди, ради бога, ты нас угробишь. Айден, роняй нахуй! Джонни! Черт! Ей поебать вообще на высоту.
Бля, я так и знал, что эта глава пиздец какая длинная будет. Супергеройское приземление, блядь. Это она и будет сейчас звонить Нейтану, да? Нейтан Докинс. Меня заставили убить тех людей. Джоди, что с тобой? Я не знала. Я просто выполняла приказ. Где ты? Клейтон с тобой? В жопу Клейтона, блядь. Нет, я сбежала. От них нельзя сбежать. Тебя все равно найду. Приезжай ко мне, Джоди. Поговорим. Я уверен. Все кончено. Я им не игрушка. Скажи им, если сунутся, я их убью. Джоди, слушай. Скажи им, Нейтан. Скажу, да? Я их убью. Да, задание. Ебануться. Вы поцеловали Райана, этого пидараса ебаного, сука. Вы избежали поимки. Хорошо, вы забрали оружие у солдата. Ну да, а как, что, руками, что ли, ебать его, блять? Я опять неправильно, да. Вы прокрались в собор. А, кто-то по-другому 57% прошли, да? Вас заметили на блокпосте. Ну, блять, хуёво. А что можно было? Можно было пропустить этого мальчика Салима. Но мы услышали звуки, поэтому мы пошли. Так, вы не пытались покончить с собой. 24% пытались покончить с собой. У нас, скорее всего, заклинило бы оружие. Блять. Его забрали с крыши. А что, могли не забрать? Ебануть. Старые друзья. После Наваха, да? Мне кажется, мы уже близки к финалу, наверное, все-таки. Мне так кажется. Ладно, что? Здесь, получается, уже все. Можно закончить? Да, это тот врач. Наш темнокожий друг, скажем так. Всем спасибо большое за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, на телегу, на дискорд. Все ссылочки есть в описании под видео, в том числе и на плейлист. Всем удачи. И всем пока.